Жители микрорайона «Солнечный» создают свой собственный логотип. Идею предложили в группе ВКонтакте. Жители района откликнулись и уже предложили более 20 идей. Сейчас в сообществе активно идет голосование за последний вариант знака. С выбором автор обещает определиться к середине августа. Также создатель проекта рассказывает, логотип должен быть универсальным, оригинальным и обязательно солнечным. Ну, в принципе, идея родилась случайно. Благодаря группе, которая создана для Солнечного, объединить людей. И мы решили, что жители Солнечного должны узнавать себя друг друга на дорогах, помогать друг другу, ну и, соответственно, как-то выделить себя из общей массы.